Губернатор Приморского края Олег Кожемяка вместе с супругой посетил праздничное мероприятие в онкогематологическом центре Краевой детской клинической больницы номер 1, организованное благотворительным фондом «Сохрани жизнь». Это замечательные люди с добрым сердцем, с доброй душой, которые все делают для того, чтобы дети не чувствовали боли, для того, чтобы они были встроены в коллектив. Вот сегодняшний праздник 13-летия, который организовал и фонд «Сохрани жизнь», он тоже дает детям определенную надежду. Сегодня в онкогематологическом центре находится около 50 детей. Еще 8 восстанавливаются после лечения. Многие из них проводят в отделении по несколько месяцев. Так, глава региона поздравил с днем рождения и вручил подарок подопечному фонда «Сохрани жизнь» Артему, который сейчас проходит лечение. Сегодня ему исполнилось 17 лет. Добрый помощник, которому мы тебя вручаем, прими, пожалуйста. Самое главное, сможешь в аудиокнижке слушать. Да, я думаю, что поможете разобраться. Ну и день рождения, тебе такую мягкую игрушку в виде... северного мишки. Белого. Видишь, он какой? Белого мишки. Длинный такой, он лежит, отдыхает, глаза закрыл, лапу вытащил. Вот. Можешь его под голову как-то это, значит, да, пусть он вместе с Алисой здесь охраняет. Такой великолепный торт. Олег Кожемяка поблагодарил работников фонда и персонал онкогематологического отделения за работу. На протяжении 13 лет фонд собирает значительные средства на медицинскую помощь, организует для ребят различные мероприятия, дарит подарки к праздникам. За счет краевого бюджета и средств благотворителей дети и родители обеспечены всем необходимым. Также средства идут на ремонт, приобретение оборудования, реабилитацию. Анна Дьякова, новости на 8.